Музей-усадьба Архангельская теперь открыт не только для ценителей прекрасного, но и для любителей спорта. В подмосковном Версале появилась своя лыжная трасса. И красногорцев приглашают испытать ее на соревнованиях 22 февраля. Гостей живописной прогулочной лыжни в Быковой роще ожидают заезды на дистанции от 500 метров до 8 километров. Это впервые в 21 веке происходит после большой программа по благоустройству этой территории, выполненной в 2019 году к столетию музея. В начале января уже проложили эту трассу, после этого ее поддерживаем. Мы уже установили навигацию на трассе. Сейчас повторно будет происходить процесс утрамбовки, нарезки лыжни. И перед соревнованием непосредственно мы повторим эту процедуру для того, чтобы всем участникам гонки было комфортно. На соревнования приглашаются как малыши от 6 лет и младше, так и спортсмены старше 50. Количество участников ограничено. Максимально в Архангельском готовы принять 350 человек. Порядка 250 уже зарегистрировались. Желающим стоит поторопиться. Заявки принимаются до 20 февраля. Подробная инструкция на сайте музея-усадьбы. Победителей и призеров ждут дипломы, медали, подарки и абонементы на посещение выставок экспозиции Архангельского.